Откровенное признание певица выдала на шоу «Басты. Вопрос ребром». Она заявила, что уже год встречается с молодым мусульманином. Правда, чем он занимается, не сказала. А когда Наваи Бакиров, участник группы «Хам Али и Наваим», который присутствовал на шоу в качестве соведущего, спросил, как зовут новую любовь Лолиты, певица умело свернула с темы. Отношения уже для меня длительные, для него тоже. И я пытаюсь их не угробить. А сколько ваши отношения длятся уже? Ну, около года. Это для меня много. А как его зовут? Последний, а? Как его зовут? Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу, он мусульманин, и мне с ним клево.